Ну, во-первых, СМИ должны по поводу фальшивки с Якуниным, я считаю, что СМИ должны очень ответственно относиться к любым заявлениям, связанным с общественно значимыми персонами. Та легкомысленность, которая по этому поводу сегодня царит, не только с заявлением Якунина, она наносит вред репутации, не все хотят связываться и судиться, но, как известно, да, пропали ложки, ложки потом нашлись, осадок остался. Вот это крайне неприятно, и зачем нужно, чтобы видные общественные и государственные деятели их имена мусолили попусту в странном и неадекватном контексте. Ну, а я думаю, что это, конечно, была кибератака не только и не столько на Якунина, сколько на того, чтобы поссорить президента и премьера. Потому что всех тех, кто распространял эту информацию, не могли не знать, что в момент, когда шла эта информация, Якунин сидел по правую руку от президента за ужином. То есть легко было проверить достоверность, но, тем не менее, как бы пытались перевести стрелки на аппарат правительства, что это они так неверно действуют по отношению к близкому соратнику президента. Но все это, в общем, отвратительная история.